Трэш. Хоть спи вот так вот. Я чувствую, по этим ямам мы по темноте поедем. Поспим в пробище. К утру приедем. Все, начало пиздеца. Ты уверен, что он прям начался? А, нет, еще не начался. Это еще хорошо, да? Там дальше, да, начало пиздеца? Да. Ну ладно. Начинается глиняный. Ну да. Да, где они там глину намешали, вот, навалили кучи-кучи грязи. Техника что-то стоит. Видать, я не знаю, к сну готовится или что. Ничего не работает. Мы в дороге 12 часов, с 10 часов мы едем. Не знаю, когда мы приедем. Хочется стихи сочинять. Да. Да? Нашел время сочинять стихи. А я хочу дать рекомендацию, кто хочет похудеть. Как и я. Съездите, ну, пожалуйста, остановитесь. Вот. В такое именно. Ну, ты сочиняешь Саша, стихи? Я уже сочиняю. А, ты сочиняешь, да? Да. А я вон еду, там ДПС стоит, регулирует движение. Мы же по глиняному месиву едем. Блин, вот одностороннее движение. Из-за чего такая пробища? Вот эта сторона не работает, они ее засыпали полностью. Только одна сторона работает. Ямка, осторожно. Зоя. Ямка? Ух ты. Капец, вот она. Вот самый пиздец, ребята. Вот он. Видите, мы до него добрались. Мы добрались до него. Вот они полностью. Мы счастливы, блин. Вот мы едем по нему. И слушай, они тут засыпали правильно, а люди там ждут, кто вперед едет. Все, вот они что натворили. Вчера такого не было. Вот они асфальт сорвали. Ой, слушай, асфальт, он тяжело видно, тут ехать, видно, капец, блин. Ямка с... ага. Слева. Да я по колье еду, я с колье не буду слетать. Все, по колье не надо слетать. Тут не проедешь, иначе застряну. Капец. Еба. Говно, я как бы не застрять здесь, это пипец. Просто. Вот она, и не стоят, ждут. И сейчас поедут по этой дороге. И причем машин в ту сторону, да, намного меньше, чем в другую. Да, да, и вот они сейчас поедут, ждут. Вот что происходит здесь. Это вообще ужас. 12 часов дороги, а с 10 часов едем. А вот. Вот вроде бы конец. Все, ребят, мы дома. 13 часов ехали по этой дороге. Уже нет слов. Просто нет слов. Усталость такая. Берегите себя. Мы еще хорошо отделались. Все живы, здоровы. Все с машинами. Тьфу, на нас хорошо.